Блестящая, виртуозная флейта – инструмент, начертавший творческий путь одной из необыкновенных женщин-музыкантов – Александры Михайловны Вавилиной. Солистки, превосходные ансамблистки, в течение многих лет концертмейстеры группы «Флейт» Заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. А ныне – выдающегося педагога Петербургской консерватории, более четверти века выпускающего талантливых учеников. Александра Михайловна отмечает юбилей. Именно ей посвящена наша программа. Звучит тарантелла Владимира Цыбина, запись по трансляции 1959 года из малого зала Ленинградской консерватории. Александра Михайловна в ту пору аспирантка консерватории по классу флейты Иосифа Федоровича Януса, лауреат международного и всесоюзного конкурсов. Уже через несколько лет подающая надежды молодая флейтистка становится концертмейстером группы «Флейт» ведущего советского оркестра, заслуженного коллектива республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с которым выступает и в качестве солистки. Говорит подруга Александры Михайловны, профессор Санкт-Петербургской консерватории Эра Суренна Баручева. Нашему знакомству с Александрой Михайловной больше полувека. Естественно, какая-то часть ее пути и творческого, и жизненного прошла на моих глазах. Так что вспоминать я могу очень многое, начиная с ее очень милой, доброжелательной, гостеприимной мамы через длинную цепь событий и радостных, и печальных, и до недавнего успеха ее ученицы из Кореи, получившей гран-при. Но если надо сосредоточиться на чем-то одном, то одно это будет такое качество ее натуры, как талант. Талант во всем, талант ко всему. Конечно, прежде всего, это талант профессионала, искренне преданного музыке и во всем верного ей. Слушатели старшего поколения, несомненно, хорошо помнят участие Вавилиной в деятельности заслуженного коллектива Республики Академического оркестра филармонии под управлением великого Евгения Александровича Мравинского. Помнят флейтовые соло в крупных произведениях, ну, например, в симфониях Брамса, как я это вспоминаю постоянно, очень часто. Ну и сольные партии в концертных произведениях, ну, допустим, в концерте Бориса Тищенко. Александра Михайловна играла и в оркестре, и в камерных ансамблях, охотно и там одновременно она уже начала преподавать. И тут можно говорить о еще одной стороне ее таланта – таланта преподавателя-воспитателя. Учеников у Александры Михайловны не с числа. Играют они во многих оркестрах мира. Все они крепкие профессионалы. К каждому Александра Михайловна, как мудрый педагог, умеет найти индивидуальный подход. А ведь не всем доступен талант педагога. Если бы Александра Михайловна не была поцелована ангелом музыки, простите за пафосное громкое слово, она могла бы и даже должна была бы стать актрисой. Я имела удовольствие много лет наблюдать истинно артистический талант этой одаренной женщины. Особо украшала этот ее дар чудесное, только ей свойственное чувство юмора. Непременно хочу отметить еще и литературный дар. О, как наша героиня умеет писать! Не хуже специалистов, литераторов. Прочитайте созданные ею в последние десятилетия яркие портреты ее коллег. Превосходно написано. Наконец добавлю, что не только в гуманитарной области сильна Александра Михайловна, она и в технике мастер. Может и починить, и приладить,
и дефект исправить. Вот такая незаурядная, многостаночница, многогранная личность. Я могла бы говорить о ней еще сутки, но я ограничена временем, поэтому могу только пожелать ей здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Остальное у нее есть. Прозвучал фрагмент концерта для флейты, фортепиано и струнных Бориса Тищенко. Запись по трансляции из Малого зала филармонии 1973 года. За пультом Ленинградского камерного оркестра Александр Дмитриев. Исполнение Александры Вавилиной сложнейшей флейтовой партии в этом концерте было особо отмечено критикой, всегда подчеркивавшей ее великолепное чувство стиля и виртуозное владение инструментом. У микрофона народный артист СССР, дирижер Александр Сергеевич Дмитриев. Я ее знаю с двух сторон, и как супругу Евгения Александровича, и как флейтистку замечательную. Мне довелось дирижировать заслуженным коллективом, когда она была солисткой-флейтисткой. И блестящий музыкант, виртуозно владеющим инструментом, чувствующую музыку практически любых стилей. Но я хочу еще сказать, что Александра Михайловна совершенно замечательный педагог и выпустила целую плеяду учеников, которые работают в различных российских оркестрах и за рубежом. И не скрою, что наше последнее, в кавычках, приобретение – это ее ученик Юрий Долгов, который сейчас в нашем оркестре играет первую флейту. Совершенно замечательный музыкант, и я очень рад, что он пришел к нам с благословения Александры Михайловны. Александра Михайловна уже человек зрелого возраста, и в этом возрасте, конечно, желает прежде всего здоровья. И я желаю крепкого здоровья. И чтобы она продолжала как можно дольше растить таких музыкантов, которых она выращивает до сих пор. В Академическом симфоническом оркестре Петербургской филармонии, возглавляемом Александром Дмитриевым, не так давно концертмейстером группы «Флейт» стал ученик Александры Михайловны Вавилиной Юрий Долгов. Я поступил к Александре Михайловне в 2009 году. Даже не могу сказать, какое у меня сразу возникло впечатление. Скорее всего, положительное, потому что Александра Михайловна всегда очень доброжелательна. Вы специально шли в класс к Александре Михайловне? Да, естественно, потому что она самый лучший профессор по флейте. Как проходили ваши уроки? Поскольку флейта – это специфический инструмент, в нем очень многое зависит от физиологии, от дыхания, как ты дышишь. На флейте разные регистры звучат с разной громкостью, и, скажем, если какая-то нота звучит выше, то она, естественно, вылезает. Однако с этим нужно справляться, и Александра Михайловна учит правильному построению, так, чтобы все было логично и правильно. Именно у Александры Михайловны в классе я понял необходимость жить музыкой.
фанатичного отношения к музыке, в том смысле, что нельзя добиться совершенства, но всегда нужно к нему стремиться. И в том смысле, что нужно думать прежде о музыке, а не о себе. Не вот какой я красивый, а наоборот, как сделать так, чтобы музыка была красивая. Показать ее красоту. Любить не себя в музыке, а музыку в себе. Я хотел бы пожелать Александру Михайловне еще долгих лет и крепкого здоровья. Очень хорошо, что она есть. И я хотел бы, чтобы она всегда была с нами. В исполнении Александры Вавилины и Русского народного оркестра имени Андреева под руководством Виталия Гнутова прозвучал фрагмент пьесы на молдавскую народную тему «Жаворонок», запись 1960 года. Круг поклонников творчества Александры Михайловны и как блестящего исполнителя на флейте, и как интересного педагога необыкновенно широк. В нем и музыковед, ныне аспирант Петербургской консерватории, Надим Айдаров. Мое знакомство с Александрой Михайловной Вавилиной произошло, когда я поступил в Петербургскую консерваторию. Тогда я решил написать работу, посвященную Евгению Александровичу Мравинскому, величайшему дирижеру XX века. И, конечно же, я обратился к его супруге Александре Михайловне. Меня тронуло, насколько открытой она была в диалоге, в общении. И в дальнейшем я понял, насколько многогранная эта личность. Она ведь и выдающийся исполнитель, и прекрасный педагог, выпустивший несколько десятков выдающихся и замечательных учеников. Она, к тому же, еще и литератор, как известно, она выпустила дневники Мравинского, а ее вступительная статья – это пример владения пером. К тому же, удивительные ее интересы в жизни, ведь она прекрасный автолюбитель, и даже сейчас, когда видишь ее за рулем, понимаешь, что она за рулем везде, и не только в автомобиле, но и в жизни, и это впечатляет. Во всех своих проявлениях Александра Михайловна руководствуется принципом, который когда-то сформулировал сам Мравинский. «Искусство должно потрясать», — говорил он. «Искусство должно потрясать, иначе оно не искусство». И не случайно, что вот этот принцип виден во всех действиях Александры Михайловны и в ее педагогическом проявлении
тоже. Это всегда высочайшая планка. Все ученики Александры Михайловны так или иначе воспринимают именно этот принцип, мотив идеального служения искусству, которым она руководствуется всегда. И поэтому не случайно, что у нее бывают иногда и какие-то недопонимания и с разными людьми, и даже, может быть, с некоторыми учениками, потому что не все готовы служить искусству с полной отдачей. Сегодня у Александры Михайловны один из самых больших классов в консерватории. Сейчас у нее свыше 20 учеников, и кажется, что время не властно над ней. Ей не живется спокойно, вы можете быть в этом уверены. У нее очень насыщенный ритм жизни. Чему она учит? Она педагог во всех проявлениях своей натуры. Удивителен ее актерский дар на уроках. Она имеет потрясающее чувство слова, и не случайно, что ее меткие высказывания иногда попадают в самую точку, особенно когда это касается не интерпретации сочинений, как она говорит, интертрепации, когда ученики делают не то, что нужно, или же она требует не DVD от исполнения, а ауди, как она говорит, то есть не самопоказа, не внешних проявлений, а глубокого постижения замысла композитора и правильного воплощения это именно в звуковом образе. И мне хочется пожелать в этот день Александре Михайловне крепкого здоровья. Пока Александра Михайловна с нами, мы можем быть уверены, что не только есть флейтовая школа в нашей консерватории, но еще есть замечательный человек, который умеет служить искусству во всех проявлениях. Thank you.
Прозвучал фрагмент концертина Владимира Баишова. Его исполнили Александра Вавилина и Русский народный оркестр имени Андреева под управлением Георгия Данияха. Запись из фондов радио. Александра Михайловна Вавилина является почетным членом Российской академии художеств. Говорит вице-президент Российской академии художеств, музыковед, искусствовед, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств России, профессор Андрей Андреевич Золотов. Александра Михайловна Вавилина – уникальный человек в русском искусстве, уникальная русская личность, творческая личность, очень мощная личность. Это одна из самых ярких русских женщин в художественном мире, которых я встречал. Человек, бесконечно преданный искусству, человек высочайшего профессионального, я бы сказал, качества и духовного присутствия в самом профессионализме. Ее искусство игры на флейте незабываемо. Много лет мы имели счастье слышать ее в составе заслуженного коллектива оркестра Ленинградской филармонии, где она была первой флейтой. Александра Михайловна много лет уже отдает свои силы профессорству, своей педагогической работе. Ее ученики замечательные, они не теряют своей индивидуальности и при этом приобретают высокую тонкость, я бы сказал. Тонкость бывает как истонченность, а вот высокая тонкость – это нечто особое. И это способно внушить Вавилина, ибо само ей это присуще. Александра Михайловна олицетворяет собой высоту искусства и высоту личности в искусстве, чистоту помыслов в своих, во всех трудах и в своей жизни. Фамилия-то у нее двойная, Вавилина-Мравинская, это не случайно. Много лет она играла в оркестре под управлением великого Мравинского. Судьбе было угодно, что он избрал ее своей супругой. Я близко общался с Евгением Александровичем и Александрой Михайловной и в творческой, и в домашней, тоже творческой, неизменно творческой атмосфере. И я хочу сказать, что ее роль в его жизни чрезвычайно велика. Она понимала, отдавала себе отчет полностью в том, сколь велика эта личность, сколь она замечательна, сколь она уникальна. И она служила Евгению Александровичу и любовью, и всем-всем на свете, и еще раз любовью. В доме была удивительно творческая, удивительно требовательная обстановка. Александра Михайловна делала все для сохранения здоровья, покоя Евгения Александровича. И он всегда был в ней уверен. Не каждый, даже вполне обычный, нормальный, хороший семье свойственна такая творческая атмосфера взаимной поддержки и понимания значения друг друга. Должен сказать, что я имел возможность близко наблюдать жизнь этой семьи. Евгений Александрович высочайше ценил Александру Михайловну. И мы не раз, оставаясь с ним вдвоем, когда он был дома, а она в консерватории, он всегда ждал ее возвращения, ждал с каким-то нетерпением, нежностью. И в эти часы мы говорили о многом, но и об Александре Михайловне мы говорили. Я считаю ее большим личным подвигом творческим подготовку и издание книги дневников Евгения Александровича Мравинского. Это удивительная книга, фантастическая книга. И я знаю, что эта книга есть у нашего президента Владимира Владимировича Путина. Евгений Александрович олицетворял собой высочайшие
черты русского музыканта, русского интеллигента, русского художника, мудреца и человека, очень глубоко связанного с жизнью. И Александра Михайловна также человек удивительно жизнестойкий, глубоко чувствующий народную жизнь. Причем в том, что она высокий художник, она народный человек. Это не всегда в нашей художественной среде прослеживается и угадывается. В ней же это и прослеживать, и угадывать не нужно, ибо все это очевидно. Я поздравляю Александру Михайловну, желаю ей многих-многих лет от своей семьи, от себя, но также и, конечно, от Академии художеств. Академия ей посылает специальное большое поздравление за подписью нашего президента Академии художеств Зураба Церетели. Дай Бог ей здоровья и побольше бы встреч с ней было. К юбилею Александры Михайловны Вавилиной приурочен концерт «Творческие портреты профессоров Санкт-Петербургской консерватории». На сцену малого зала имени Глазунова Санкт-Петербургской консерватории выйдут студенты и выпускники класса этой уникальной женщины, заслуженная артистка России Мария Федотова, лауреат международного конкурса Диана Черезова, лауреаты международных конкурсов Георгий Долгов и Николай Мохов. И мы сможем увидеть преемственность и силу русской флейтовой школы и ее педагогов в лице Александры Михайловны Вавилиной.